Всем привет! Сегодня хочу предложить вам несколько занимательных способов провести время с детьми дома. И самое главное, подобные занятия придутся по душе не только малышам, но и детям школьного возраста. Давайте начнем! Чем бы таким интересным заняться дома? Сделайте лизуна вместе с детьми. Я не знаю, почему детям так нравятся лизуны. Поделитесь своими мыслями на этот счет. Но многие с удовольствием играют с этой вещью. А сколько рецептов можно найти на просторах интернета? Итак, это наш первый лизун. Для его приготовления будем использовать клей ПВА, картофельный крахмал и краситель. Мы еще добавили немного блесток. Мы не придерживались какого-то точного рецепта. Дети с удовольствием примут участие в создании этой необычной игрушки. Детям было очень интересно наблюдать, как лизун меняет свою форму. Идея номер два – это сделать снег. Все ингредиенты мы опять сможем найти дома. Нам понадобится пена для бритья и крахмал. Получился ароматный и холодный снег, из которого Лере даже удалось слепить снеговика. Такой снег можно использовать для сенсорной коробки на зимнюю тематику. Она даст вашему ребенку возможность расширить свой тактильный опыт, и все это не потребует больших материальных затрат. Для третьей игры нам понадобится, как это ни странно, подгузник. Разрежем его и извлечем кристаллический порошок, который находится внутри. Это полиакриат натрия. Добавим воду и вместе с детьми можем понаблюдать, как порошок превращается в гель. Довольно интересно, ведь геля будет в несколько раз больше. Также попробовали окрасить гель, добавив в воду пищевые красители. Надеюсь, наши идеи помогут вам увлечь ваших детей и принесут вам радость. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и до встречи в новых видео!